Новости на телеканале ИТВ, в студии Александра Пермякова. Здравствуйте. Каким был сегодняшний день, знают наши корреспонденты. Они же готовы поделиться самой важной информацией. Повысят ли в Крыму тарифы на коммунальные услуги и когда на полуострове в полную силу заработает мобильная связь? Ответы на эти вопросы искали члены республиканского правительства. Коллеги, если вы еще так взаимодействовать между собой будете, по 3 месяца решать вопросы, кто к кому зайти должен, ну это вообще ни в одни ворота не лезет. Самый главный день для Симферополя. Какой праздник ожидает горожан и кто приедет поздравлять с днем рождения? Парковки, тарифы на коммунальные услуги, плохая связь и участие в федеральных программах. Это основные темы обсуждения на заседании правительства. Всего же министры рассмотрели 66 вопросов повестки дня. О самых важных решениях расскажут наши корреспонденты. Уже завтра первый день лета, а значит и начало высокого курортного сезона в Крыму. Именно к этому периоду было обещано наладить работу мобильной связи, но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Качество связи оставляет желать лучшего, а после прибытия отдыхающих нагрузка на сети возрастет в разы. Медленные темпы построения инфраструктуры связи профильный министр объясняет сразу рядом причин. Одна из них – расположение базовых станций. В Российской Федерации запрещено устанавливать базовые станции на больницах, на образовательных учреждениях. Категорический запрет есть на размещение базовых станций на территориях, которые принадлежат силовым структурам. Это МЧС, ФСБ, соответственно, и погранслужба, МВД и так далее. И с этим возникла наша самая большая проблема при модернизации сетей по трассам. Одна из проблем, на которые чаще всего обращают внимание граждане, это так называемое отсутствие бесшовного покрытия. Ну, то есть, когда вы от одной базовой станции переезжаете в зону покрытия другой, происходит разрыв связи, есть в связи с этим большие жалобы. В этой связи было принято решение официально обратиться к руководителям силовых ведомств, чтобы определить переходный период и дать связистам пока использовать базовые станции, располагающиеся на закрытых объектах. Но это, к сожалению, не решит проблему полностью. Работа мобильной связи в Симферополе и других городах будет улучшена после решения проблем с установкой базовых станций на новых местах размещения, для чего необходимо завершить оформление участков и имущества госпредприятий. Глава республики категорично потребовал немедленно приступить к решению этого вопроса. Значит, сегодня решить вопрос. Остаются сегодня в свете министров до упора и не уходят домой. Александр Юрьевич Спиридонов, Александр Анатольевич Жданов. Да, но Дмитрий Анатольевич Полонский их возглавляет. Хорошо. Да, коллеги, если вы еще так взаимодействовать между собой будете, по 3 месяца решать вопросы, кто к кому зайти должен, ну, это вообще ни в одни ворота не лезет. Так или иначе. Еще один наболевший вопрос – возможный рост тарифов на коммунальные услуги. О неизбежности этого процесса на заседании правительства рассказала председатель Государственного комитета по ценам и тарифам Нина Зотович. Несколько раз повышение тарифов для населения позволит нам сократить вот эту разницу. То есть внутреннее перекрестное субсидирование, которое, в принципе, в процентном отношении. Насколько будет это повышение? Ну вот смотрите, в 2 раза. По населению нам нужно вырастить в 2 раза. Пока позиция не населения неприемлемая, значит, не будет пока такого повышения. Виталий Германович, нет, значит, не будет повышения в 2 раза. Остановились на том, что повышение тарифов на коммунальные услуги не должно превышать 10-15% и производиться не чаще, чем раз в полгода. Обсудили министры участия республики в реализации федеральных программ. Это поспособствует экономическому развитию Крыма и поможет привлечь дополнительные средства в бюджет. 2016 год. 16 министерств из госкомитетов Республики Крым в рамках 14 общероссийских программ, в том числе 5 ФЦП, планируют привлечь из федерального бюджета 35,7 миллиарда рублей. Из них 25,4 миллиарда – это ФЦП «Крым-2020», предварительная потребность, и 10,3 миллиарда – другие федеральные источники. 2017 год. В рамках 17 федеральных программ, в том числе 8 ФЦП, планируется привлечь из федерального бюджета по предварительным оценкам около 56,5 миллиардов рублей. Обсудили чиновники и организацию парковок в городах, особенно курортных. Глава республики поручил Министерству транспорта сократить до минимума сроки подготовки перечня таких мест в муниципалитетах. Юлия Козы, Александр Тищенков, служба новостей, ИТВ. Каковы политические предпочтения крымчан? Что они ожидают от своего выбора и вообще собираются ли на предстоящее голосование? Ответы на эти вопросы есть у регионального института политических коммуникаций. На протяжении недели после праймерис его сотрудники проводили опрос среди симферопольцев. Политолог и президент института политических коммуникаций Иван Мизюхо поделился результатами с журналистами.
Опросили 400 человек взрослого населения. Выборку провели по месту жительства, полу и возрасту. Исследовали исключительно в пределах Симферополя. Как отметил президент Института политических коммуникаций Иван Мизюхо, именно крымская столица дает усредненные результаты по Крыму. Особенно это актуально в вопросе грядущих выборов в Госдуму Федерального собрания. Город разделен на 3 мажоритарных округа. Из опрошенных 75% это голосование считает важным, и 61% из них собирается принять участие в нем. А вот 16% противоположного мнения. Для них выборы – мероприятие незначимое. 10% горожан идти на них не собираются по той или иной причине, а 5% не пойдут на них принципиально. 24% пока не определились. В последнее время несколько возросла политическая активность игроков политических на полуострове. Во-вторых, пока все еще размыто, но проявляется протестный электорат в Республике Крым. Очень сложно определить портрет этого протестного электората. В-третьих, на политическом поле полуострова появляются некоторые элементы идеологической борьбы. Сюрпризов по итогу опроса не ожидается. 55% симферопольцев, которые изъявили желание проголосовать, отдали бы предпочтение партии власти. 13% за ЛДПР, 9% за КПРФ, 4% за Справедливую Россию и 5% отдали бы свой голос другим партиям. Здесь стоит отметить рост рейтингов каждой из политсил. Если к сторонникам Единой России, судя по опросу, прибавился еще 1% по сравнению с позапрошлым годом, то остальные партии подняли свой рейтинг на 3-4%. Но ожидания от избранников теперь гораздо выше в приоритете. Социальный блок. 39% ожидают, что новый состав депутатов Госдумы займется вопросами снижения цен на товары и услуги. Это очень актуально для Крыма. 17% ожидают от народных избранников повышения уровня заработных плат, пособий, пенсий. 10% ремонта дорог. Вот обратите внимание, только 10%. 11% решения проблем, связанных с трудоустройством. Эта цифра достаточно варьируется постоянно. 9% ожидают разрешения проблем ЖКХ. По 5% опрошенных хотели бы от народных избранников действий, направленных на налаживание государственных структур и разрешение проблем в сфере здравоохранения. А праймерис ни слухом, ни духом 33% опрашиваемых. 63% знают, что это за процедура. 35% из них считают ее полезной. 11% не верят в честность предварительного голосования Единой России. 36% праймерис относятся неоднозначно. Как показал опрос, крымчане не разочарованы своими избранниками, которые встали у руля республики после местных выборов в 2014 году. И если эти представители не удовлетворят социальный запрос крымчан, то вполне может быть достаточно большой в будущем уровень разочарования, да, и в избранниках, и в политиках, и в политике, и в политических партиях. Поэтому, конечно, этого надо избежать. И, кстати, институты гражданского общества, о которых я говорил, должны контролировать исполнение предвыборных обещаний людьми, которые попадут в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 52% опрашиваемых политическую обстановку в Крыму считают средней. 35% определяют ее как хорошую. 4% очень довольны происходящим на политической арене, а 3% относятся к ней негативно. Политологи делают выводы. Активность крымчан с момента вступления в Россию выросла значительно. Региональный институт политических коммуникаций намерен и дальше следить за настроениями крымчан. Способы исследования планируют расширить. Юлия Попович, Юрий Земной, служба новостей ИТВ. В ходе Красной совсем скоро начнется возведение большого административного здания для проведения исследовательских и организационных работ. Об этом на выездном заседании Общественной палаты рассказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Подробности далее в сюжете. Совхоз «Красный» – самый крупный лагерь смерти. В 1941-м здесь было замучено более 15 тысяч человек. Мемориальный комплекс построен в мае прошлого года. Он включает в себя братскую могилу, вечный огонь, памятные знаки колодцев смерти, часовню и музей. Теперь сюда присоединится и научно-исследовательский центр. В этом научном центре должны быть сосредоточены все имеющиеся документы, которые сегодня разрознены по поводу всех этих событий. Они должны пройти вот эту систематизацию. Должны быть там сосредоточены многие экспонаты, которые сегодня тоже по всему Крыму разбросаны. Они должны быть, наверное, в одном месте. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов уверен, что такой мемориальный комплекс просто необходим полуострову. Каждый год в Крыму он был пронизан особой совершенно историей. Это вообще отдельные совершенно вещи.
не всегда логически связаны. Строительство центра начнется уже в конце мая. Дарья Костенко, Юрий Земной, служба новостей ИТВ. Сфера торговли в городе продолжает развиваться. А завтра начинается лето, и вскоре утолять жажду и охлаждаться люди начнут при помощи мороженого или холодного кваса. Как и всегда, по городу расставят торговые точки, чтобы продажа напитков проходила на законных основаниях и не мешала горожанам. Под председательством заместителя главы Симферополя в городской администрации провели конкурс на размещение выносных объектов торговли. Рассмотрели ряд заявок от индивидуальных предпринимателей. Видимо, все участники имеют возможность присутствовать при проведении процедуры вскрытия конвертов. То есть процедура общедоступная. Хотелось бы всех, кто собирается иметь желание осуществлять реализацию каких-либо видов продукции на территории города Симферополя, внимательно следить за сайтом, принимать участие в соответствующих процедурах. Ну и мы видим по размерам финансовых предложений, что проведение данного конкурса существенным образом пополнит бюджет города Симферополя. Мы продолжаем эфир. Смотрите далее. Взятка в особо крупном размере на этот раз среди подозреваемых помощник прокурора Феодосии. Покушение на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере. Увеличилось или уменьшилось число курильщиков и возможно ли победить злостную привычку? В Симферополе прошел день без табака. Молодежь, и не только молодежь, стремятся жить нормальной, здоровой жизнью. Самая крупная взятка за последнее время. Помощник прокурора Феодосии подозревается в мошенническом получении имущества и денежных средств почти на 25 миллионов рублей. Следствие установило, что в апреле 2016 года подозреваемый предложил бизнесмену, который занимается строительством многоэтажек в Крыму, содействие в решении вопросов в сфере градостроительного законодательства. При этом он принял в эксплуатацию 9 объектов недвижимости с явными нарушениями. Помощник прокурора предложил передать ему в собственность 5 объектов и 1,5 миллиона рублей. В момент передачи денежных средств помощник прокурора был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле прокурора республики. Возбуждено уголовное дело в отношении помощника прокурора города Феодосии. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса, то есть покушение на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере. День без табака. Очередной призыв – выбросить сигарету. На полуострове прошла ежегодная всемирная акция. На улицах столицы активисты за здоровый образ жизни узнавали у прохожих, почему курить смертельно вредно. Увеличилось или уменьшилось число курильщиков и возможно ли победить злостную привычку, узнавала Анастасия Калугина. На центральных улицах столицы Крыма сегодня можно было встретить необычных пешеходов в белых халатах. Это волонтеры, студенты медуниверситета. Они проводили социальный опрос и раздавали листовки с информацией о вреде курения. Такие акции проходят ежегодно во Всемирный день без табака. Как давно вы курите? Лет 18. И сколько в день вы курите сигарет? Да когда как? Когда 10, когда 15. Когда меньше. Как вы думаете, где можно получить отказ помощь по отказу с курением? Наверное, где-нибудь, я не знаю. Центр здоровья, возможно? Навряд ли. Или кабинет по отказу курения? Нет, вы знаете, когда вас здесь не щелкнет. В общем, сами должны решать. Да, я думаю, что человек должен сам. Ага. Нет, нормальный человек в моем возрасте никогда не скажет, что курение – это круто. Статистика говорит о том, что в последние годы число курильщиков на полуострове снизилось на 10%. Это значительные перемены, отмечают эксперты. Они же считают, причина в том, что быть здоровым сегодня модно. Ситуация меняется не только потому, что табакокурение запрещается, с ним как-то борются в общественных местах. Меняется ситуация потому, что меняется отношение людей. И здесь вопрос даже не в том, что люди начинают задумываться о вреде табака. Здесь сейчас существует очень классное течение, когда молодежь, и не только молодежь, стремятся жить нормальной, здоровой жизнью, повышать качество жизни. Большинство людей считают, что особый вред при курении причиняет только никотин. Но это не так. Помимо него внутри сигарет есть еще более опасные составляющие, такие как радон, аммиак, метан, ацетон. И это далеко не полный список отравляющих веществ. Процессов на самом деле происходит достаточно много, то есть начиная от того, что поражается центральная нервная система, поскольку
Никотин – это такое же психоактивное вещество, которое точно так же вызывает определенное состояние и точно так же формируется синдром зависимости. Ну, не считая того, что он действует как бы на все остальные органы и ткани достаточно токсическим образом. Совет как бы достаточно простой. Постарайтесь контролировать свои мысли, свои желания и движение своих рук. В обыкновенной сигарете несколько тысяч смертельно опасных веществ. Вместе с дымом они оказываются в организме человека. Сейчас многие курильщики чувствуют себя здоровыми и полными сил. Но спустя несколько лет все эти вещества дадут о себе знать. Важно вовремя сделать правильный выбор. Положительную роль сыграл и антитабачный закон. Курящих стало гораздо меньше. Не курить теперь это больше, чем тренд. В соцсетях все чаще встречаются картинки, где иронично стыдят курильщиков. Записи набирают тысячи лайков и репостов. Словом, борются с привычкой по-разному. А главное – действенно. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ. В этом году, 4 июня, Симферополь отметит свой 232-й день рождения. Торжественное празднование Дня города пройдет в самом сердце столицы, на площади Ленина. По доброй традиции выступят популярные артисты Российской Федерации, такие как Ваенга и Никита Пресняков, а также лучшие симферопольские коллективы. Подробности далее в сюжете. В этот день будут организованы концерты, ярмарки, флешмобы, фестивали, фотовыставки, спортивные эстафеты, а также водный праздник «Симферопольская регата». Площади, улицы и бульвары столицы ко дню города будут приведены в порядок, утверждает глава администрации Геннадий Бахарев. Подготовка санитарной очистки, прежде всего, это наведение порядка на наших основных точках проведения. Это, конечно, парки, скверы, центральные проездные магистральные улицы, конечно, центр города, основная сцена, это, как всегда, значит, это наша площадь Ленина. В дни празднования посетят столицу гости из Санкт-Петербурга для обсуждения и решения проблем Симферополя. Главным украшением праздника станет бал выпускников, в котором примут участие все школы города. Глава администрации Геннадий Бахарев утверждает, празднование Дня города пройдет ярко и насыщенно. Во избежание чрезвычайной ситуации на улицах Симферополя будет усилен контроль. Патрулирование – это усиление, это видеонаблюдение, это огораживание территории с допуском. Все это мы будем осуществлять. Значит, будут ограничения дорожного движения на период проведения шествия. Традиционно День города завершится большим праздничным фейерверком. Дарья Костенко, Юрий Земной, служба новостей ИТВ. Такими событиями запомнился нам сегодняшний день. Далее эфир продолжит Тарас Брезицкий. Он подготовил новости спорта. А я прощаюсь. Всего вам доброго. Аншлаг в спортивном зале столичной медакадемии собрал детский командный чемпионат по борьбе дзюдо. На татами вышли представители практически всех крупных городов и районов Крыма. За медали и кубки боролись 15 команд, 10 сборных юношей и 5 девушек. Матчи между соперниками проходили по принципу стенка на стенку, то есть каждый из членов команды мог принести в общую копилку по одному баллу за победу. В следующий круг выходила команда, набравшая большее количество очков. Этот турнир среди самых младших юношей. Это у нас 2005, 2006 и 2007 год рождения. Он проводится уже второй раз в эти сроки, в конце мая. Этот турнир «Наше будущее» определяется дети, которые уже будут непосредственно заниматься в учебных группах. И они уже будут потихонечку набирать вот этот опыт, который у них уже есть. Лучшие дзюдоисты полуострова параллельно боролись с соперниками из других уголков страны в Екатеринбурге, также в командном чемпионате России. И крымчане не только сумели дойти до финала, но и стали чемпионами, одолев борцов Уральского округа. Дзюдо набирает в Крыму обороты во всех возрастных категориях, и младшее не исключение. Организатором нынешнего турнира стал фонд развития детского дзюдо в республике. Мы очень довольны, что все-таки есть интерес у деток, у тренеров, у спортивных функционеров наших. Турнир этот традиционный уже теперь, да, мы проводим каждый год его, именно этот. Мы еще много мероприятий всяких проводим. Детки едут, детки борются, выступают. Нас поддерживают. Очень приятно, что нас не бросают люди, у которых есть возможность нас поддержать. Фаворитами турнира были спортсмены столичной детско-юношеской спортивной школы номер один. Уже второй год подряд эти дзюдоисты показывают одни из самых зрелищных схваток. Этот сезон не стал исключением. Победили как юноши, так и девушки. Нас 7 человек, ну, нам довольно легко бороться, потому что, ну, мы сильно настроены, нам очень, ну, как бы легко. У нас сильные девчонки, мы самые сильные в своем округе. Ну, бороться, ну, так сказать, средне, нормально, девочки хорошие, соперницы. Ну, мы настраивались, готовились, поэтому все пока складывается хорошо.
На татами вышли и начинающие борцы. Для некоторых из них этот турнир стал первым в жизни. Самому младшему участнику командного чемпионата всего 6 лет. Я проиграл сейчас только что. Сейчас еще будет бороться. Я надеюсь, что я выиграю. Я стоял и хотел сделать бедро. У меня не получилось. Вот он меня бросил. Я уходил и лег на живот. Бронзовым призером в юношеском зачете стала сборная САКа, вице-чемпионом столичная команда «Единоборы». Среди девушек второе и третье места заняли, соответственно, Симферопольская 4-я школа и сборная поселка Нижнегорский. 20 крымских детей поучаствовали в чемпионате по шашкам. Всех юных спортсменов объединяет одно. Их родители носят погоны. Республиканское общество «Динамо» организовало уже второй интеллектуальный турнир для детей госслужащих. Первый «Снежная королева», который завершился в Симферополе, в январе вызвал серьезный ажиотаж. Развивать не только ловкость, но и ум нужно с детства, убеждены Эльзара Аликаева и ее отец Сейд Белял, служащий МЧС. Девочка проводит за доской по несколько часов в день. Специально записалась в секцию в родном селе в Кировском районе. Симферополь приехала за победой, а любовь к интеллектуальным играм передалась девочке по наследству. У меня дедушка занимался, и я увлеклась. Он меня научил, и у меня с тех пор развелось шашки. Поступила в шашечный клуб. Вот у нас там в деревне от школы. Вот играют, ездили на соревнования. Когда играют в шашки, развивается ум, улучшается память. Нынешний турнир стал уже третьим среди маленьких динамовцев, организованным в столичном шахматно-шашечном клубе. Это обоюдная польза и для школы, и для крымского регионального общества. У последнего с интеллектуальным спортом особенные отношения, ведь именно в рядах «Динамо» состоит один из самых сильных шашистов мира – крымчанин Сергей Белашеев. Приобщает детей к занятиям этими видами спорта. «Снежная королева», которую мы проводили турнир в январе месяце, собрал просто колоссальное количество участников. Сейчас не могу сказать точно, но было отрадно отметить то, что даже не хватило игровых мест тогда. Этот турнир собрал чуть-чуть меньше участников, но он в шашках первый. Надеюсь, что следующие турниры будут собирать большее число участников. Представители наших силовых структур поддержали, сказали, да, мы организуем, значит, детей сотрудников, посмотрим, сколько мы людей можем собрать, деток. Ну и вот сейчас вот на турнире собралось более 20 детей. Он посвящен Дню защиты детей, международному празднику. И думаю, что мы такие турниры будем проводить так же, как и «Снежная королева». Этот турнир будем проводить ежегодно. Все 20 участников соревнования, независимо от показанного результата, получили подарки от организаторов. Турниры по шахматам и шашкам не единственные, которые крымская «Динамо» будет проводить для детей. Уже разработан план проведения аналога взрослой «Спартакиады», в которую помимо интеллектуальных игр входят подвижные – футбол, волейбол, перетягивание каната и другие. Такие соревнования уже проходят во многих уголках России. Возможно, уже в скором времени компанию «Ровесникам» составят и крымские дети.